Детях и их родителях. Добро пожаловать в Санкт-Петербург, один из самых красивых городов мира, северную столицу России. Сюда всегда стремились выдающиеся люди, благодаря чему на протяжении последних 3 столетий город стремительно развивался и стал центром российской науки и культуры. А с 1899 года, с момента основания Политехнического университета, Петербург стал колыбелью инженерного и экономического образования. Добро пожаловать в Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Сегодня численность студентов в университете составляет более 33 тысяч человек, из них более 6 тысяч иностранцы. Более 2000 преподавателей и профессоров, включая около 200 приглашенных из-за рубежа, работают сегодня в Политехническом университете. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по-прежнему является местом, где живет фундаментальная наука, а также ориентиром в образовании, ведущим в будущее. Thank you.
Друзья, здравствуйте! Приветствую вас на Московском международном салоне образования, часть 2. И сейчас наше обсуждение будет посвящено теме «Я IT-специалист». IT-отрасль настолько сейчас популярная, что мы пригласили студентов различных университетов для того, чтобы они поделились своим опытом, как же они поступали, с какими сложностями, наверное, сталкивались, как выбрали именно это направление и, может быть, какие-то советы, лайфхаки по тому, что следует делать, а что не надо точно делать, потому что, на самом деле, самая свежая информация для вас в ближайшее время. Итак, я представлю наших спикеров. Сегодня с нами Илья Левушкин, Московский институт электронной техники, студент первого курса, специальность прикладная информатика. Илья, помашите нам, пожалуйста, чтобы мы вас увидели, где вы. Отлично, спасибо большое. Дальше с нами сегодня Кирилл Вершинин, также Московский институт электронной техники, студент первого курса, также специальность прикладная информатика. Кирилл, помашите нам, пожалуйста. Ага, здрасте. Также с нами сегодня Елена Иудина, Московский политехнический университет, Московский политех, студентка третьего курса, специальность информатика и вычислительная техника. Елена, тоже помашите нам, здрасте. И также с нами сегодня Глеб Калачев, Московский политехнический университет, студент второго курса, специальность информатика и вычислительная техника. Сегодня у нас такая все информатика, прикладная информатика, вычислительная техника. Сегодня будем прям про информатику углубленно разговаривать. Друзья, всем привет, всех приветствую, спасибо большое, что присоединились к нам. Ну давайте начнем, Начнем с такого вопроса. Я вам буду задавать вопросы, я предлагаю по очереди отвечать на них, наверное, в такой же последовательности, как я вас представляла. Первый вопрос, который хочу задать: почему именно этот университет? Почему вообще? Вот как так сложилось? Как произошел выбор? Илья, расскажите нам. Ну, лично я выбирал среди нескольких университетов, то есть я сразу брал по максимуму, подавал сразу в 5 университетов, чтобы куда-нибудь попасть, попробовать все. Не сразу говорю, что я не везде был на нескольких дверей, я был в МИЭТе и был в 2 других университетах. И после того, как я приехал в МИЭТ, во-первых, мне очень понравился сам город Зеленоград, место расположения МИЭТа, то есть меня это уже сразу зацепило, то есть я прям захотел, что хочу сюда приезжать. Вообще, мне понравились люди, которые здесь находятся, как приветствовали нас, как нам рассказывали все. Да, и сама программа обучения меня тоже очень зацепила. Классно, спасибо огромное. Кирилл, у вас как так получилось, как так сложилось? Так, ну, во-первых, всем здравствуйте. Я хочу рассказать свою историю, как получилось, что я оказался в данном университете на данном направлении. На самом деле она достаточно интересная. Как и Илья, я подавал в 5 вузов. Я думаю, что каждый абитуриент так или иначе подает максимальное количество вузов, чтобы были всегда возможности выбора. Но по факту я стремился попасть сначала в другой университет и подал в свой вуз, где я сейчас обучаюсь, только за 1.5 часа до конца приема документов на первую волну. Все это, конечно же, связано с конкурсным отбором, и достаточно важно каждому абитуриенту следить за отбором. Ну, в Московском институте электронной техники было всего лишь одно направление, которое мне подходило, потому что я сдавал информатику, и так как мне понравился вуз в целом, я решил, что все условия идеально не подходят, и, ознакомившись с программой, решил поступать сюда. В целом,
Потом уже оказалось, что специфика выбора направления именно IT-специалиста достаточно серьезная, и нужно к ней было подходить намного тщательнее. Надеюсь, что еще будет время это больше осветить. Спасибо. Да, Кирилл, спасибо огромное. Елена, как произошел ваш выбор? Всем добрый день. У меня так было, что я тоже, как и Кирилл, не за полтора часа где-то поменяла, наверное, аттестат, так как он лежал все время в другом вузе, но там резко возросли баллы, и как-то сошли звезды, что именно политех у меня открылся перед выбором. Выбирала там с двух специальностей, и это просто показалось более мне подходящей, более интересной. И корпус расположения тоже был более подходящий, потому что другая специальность находилась очень далеко. Вот, и так как-то получилось пройти там очень спокойно. И я очень этому до сих пор рада. Так что это очень удивительно. Угу. Елена, спасибо огромное, очень интересно. Глеб, как у вас сложилось? Как ваша траектория привела вас именно в ваш университет? Ну, во-первых, всем добрый день. Я с самого начала знал, что я хочу быть именно программистом, и в связи с этим я начал искать вузы. Но я долго на самом деле не искал, я практически сразу выбрал Московский политех, и я отдал туда документы. К сожалению, у меня не было возможности посетить дни открытых дверей у разных вузов, потому что я с другого города, с области. И поэтому я оригиналы документов отправлял по почте, на что мне постоянно говорят: ты больной, оригиналы аттестат отправлять. Но в итоге все кончилось хорошо, я поступил на веб-технологии под профиль информатики и вычислительной техники, и всем доволен. Классно. На самом деле, знаете, у меня была похожая ситуация. Я когда поступала уже в магистратуру в Санкт-Петербургский госуниверситет, я тоже отправила свои документы. Ну, как бы я поступила, и мне такие говорят: а вам нужно диплом первый бакалаврский отправить по почте. Отправьте по почте. Я такая: ну ладно, отправлю по почте. Ну, в общем, не бойтесь отправлять по почте, все нормально. Ну, по крайней мере, у меня вот и у Глеба никаких, видимо, ничего не произошло, все в порядке, так что не переживайте. Вот, спасибо огромное за ответы на вопрос, за ответ на вопрос. Следующий вопрос вот у нас. Ну, и у меня, наверное, тоже такой есть вопрос. Очень часто работаю со старшеклассниками в рамках своего проекта, вот, и все время они задают вопрос, как вы уже почувствовали, те, кто на первом курсе, да, наверное, в основном, ну, и более свежие такое знание, ну, и те, кто на более старших курсах, как отличается, чем отличается обучение в школе от обучения к университету? Или вот так, к чему стоит подготовиться? Может быть, тоже вот так кратенько. Илья, к чему стоит подготовиться перед поступлением, чтобы все было хорошо? Длительность самих пар, потому что они в два раза больше, чем школьные, и поначалу бывает даже тяжело их отсидеть. То есть ты сидишь и все время смотришь, когда же это закончится, это, наверное, в первую очередь. Ну и, конечно, к тому, что придется некоторую информацию изучать и искать самому. То есть там не будут тебе все разжевывать и давать на блюдечке, как говорится. Придется самому что-то изучать и учить. Mm-hmm. Да, спасибо огромное. Вы что скажете? Я хочу сказать тоже, наверное, с отсылкой на свой опыт, потому как я являюсь выпускником гуманитарной школы, провинциальной даже, больше скажу, и, перейдя на техническое направление, было достаточно сложно поначалу воспринимать так много математики. То есть с буквально 4 часов в неделю перейти на режим, когда у тебя примерно 10 часов математики в неделю, это только в университете. Это, конечно, было тяжеловато. И нужно заранее готовиться к тому, что на первых курсах, точнее, даже, наверное, все-таки семестров, вы будете именно после таких школ гуманитарных, вы будете привыкать. И
Это как раз-таки связано с тем, что информации намного больше в университете. То есть если в школе, а можно сказать, что даже программа циклична в некотором роде, то в университете специфика такова, что, как Илья сказал, очень много самостоятельной работы вне университета, но и в университете тебя загружают полный. И нужно на все это находить время, нужно при этом не растеряться поначалу, не думать, ой, почему я оказался здесь, вдруг я выбрал что-то не то. Нужно именно сконцентрироваться на работе. И если вы это сделаете и поймете, что у вас что-то начинает получаться, это будет огромный плюс к вашей мотивации и дальнейшему обучению. Кирилл, спасибо огромное, очень ценная информация. Елена, вы что скажете? Ну, я считаю, что учеба, конечно, в школе и в университете – это две разные вещи, и многие по своему опыту слышу, что говорят, что в университете преподавателям как-то становится все равно, им нужна от вас какая-то отдача. Естественно, это частично правда, потому что преподаватели ищут какую-то инициативу от самих студентов, и тогда они идут, конечно, навстречу. А если они видят, что у студента нет ни желания, ни он там ходит, спит, то, конечно, они сами не будут как-то пытаться его вытаскивать, потому что они ценят тоже свое время уже. Ну, в университете учителя, конечно, по-другому немного настроены. И, наверное, просто нужно вот тянуться к знаниям, и все, и так будет все хорошо. И просто быть усидчивым, усердным учеником и в школе, и в университете. Mm-hmm. Спасибо огромное, Глеб. А вы что скажете? Ну, я, наверное, уже не скажу ничего нового. Здесь предыдущие спикеры, в принципе, все уже сказали. Да, нужно интересоваться тем, чему ты учишься, потому что в школе кажется, что университет – это такое громкое слово, и это так страшно, и там, наверное, такие сложные науки, но на самом деле, если ты занимаешься и тебе интересно то, что ты изучаешь, то никаких сложностей не будет, и это все будет точно так же, как по маслу учения, обучения идти. Могу сказать, что вот как человек, который из другого города приехал учиться, что совет школьникам – учиться жить самостоятельно, потому что на первых порах там готовить себе, вот это очень тяжело, это ну, тайм-менеджмент нужно совершенно по-другому строить. Вот такой вот совет будет. Но на самом деле, по факту, ничем не отличается это учеба в университете, если тебе все еще нравится учиться. Вот, все. Глеб, спасибо огромное, очень ценный совет. Все услышали, да, все идем, учимся самостоятельной жизни, учимся готовить, вот, учимся распределять деньги, чтобы все не потратить на первые три дня. Вот. Это очень важно и ценно, на самом деле, это действительно ценный совет, особенно для тех, кто уезжает, да, куда-то, поэтому, ну, действительно, прислушайтесь. И как раз, Глеб, давайте с вас начнем, у меня тогда будет, вот вы затронули, будет такой вопрос по поводу того, что если вам нравится все-таки и дальше учиться, да, а вот, а как же вы выбирали именно то, что нравится? Как вы поняли, что вот информатика, IT-направление, да, это именно ваше? Ну вот как это пришло? Как состоялось это? Выбор. Я долгое время думал, это еще было в 9 классе, я думал над тем, какую специальность выбрать, я сопоставлял. У меня там получается в математике, и вот информатика – это тоже что-то техничное. Я начал это учить. Особо простой выбор достаточно у меня оказался. У меня получалось, не скажу, что я особо интересовался до этого IT-технологиями, программированием и всем остальным, но мне, так сказать, пришел аппетит во время еды, и мне это понравилось, и я стал в этом развиваться вот так. Угу. Спасибо огромное, Глеб. Елена, как у вас сложилось так с IT-направлением? Как вот вообще, ну, я сейчас скажу вопрос, вот у нас была еще одна секция, и там задали вопрос девушки, достаточно мало девушек там в инженерных направлениях, в IT-направлениях. На самом деле это так, я очень много общаюсь с разными специалистами, с разными компаниями, с разными университетами вообще, и я понимаю, что действительно так, ну, вот, как у вас ситуация обстоит, расскажите. Ну, я всегда была таким подростком, который очень любил играть в игры,
И я хотела стать создателем игр, особенно хотела быть разработчиком Sims. Вот. И так как-то моя судьба пришла к тому, что я решила, ну, значит, надо программирование учить, наверное, и заинтересовалась информатикой. У меня это стало получаться, и в какой-то момент я еще люблю очень физику, и это, наверное, из-за того, что у меня дедушка электрик, и у меня вся семья не уходит от этого. У меня мама учитель физики по образованию, поэтому от этого тоже не получилось уйти, так как моя специальность, информатика учительная техника, она, у нее направление интеграции программирования в саппорт, то есть мы учим не только информатику, но и все инженерные науки, и физика тоже у нас была. И вот это объединение как-то мне очень пришлось по душе, то, что я и программировать могу, и физикой дальше заниматься могу. То есть девушек, да, мало, это правда. У нас, наверное, 4 девочки на 2 группы из 50 человек, но нам от этого только лучше и приятнее, потому что мы окружены вниманием и заботой. Круто, да. То есть это, кстати, хорошая мотивация, отличная, да, очень приятно. Спасибо большое, Елена. Кирилл, как у вас с этим вопросом, с тем, что вот именно IT? Вы сказали, что тем более очень интересно, вы сказали, что вы из гуманитарной школы, да, и вот вдруг IT. Вау. На самом деле очень интересная история, много, возможно, даже обыденная. Дело в том, что у меня мама работает программистом, и почему-то с детства у меня заложилось вот такое вот понимание, что программирование — это то, к чему я хочу стремиться, то, кем я буду в будущем. Вот первое, наверное, осознанное такое решение, это был 7 класс, когда я вот точно себе сказал, что все, я буду учить вот приоритете информатику. Хотя стоит сказать, что, и тем не менее, я поддерживал отличные отношения, так сказать, с гуманитарными предметами, изучал их и даже защищал проекты по данным дисциплинам. Поэтому здесь, на самом деле, скорее у меня это где-то на подкорке заложилось очень давно. И, наверное, уже вот второе осознанное решение было сдавать в 9 классе как раз-таки предметы такие, что подразумевают как раз-таки дальнейшее развитие в направлении IT. Естественно, уже на ЕГЭ дальше я сдавал информатику. Но, в отличие от Лены, у меня с физикой скорее на «вы». Именно поэтому я, наверное, во многом выбрал прикладную информатику, потому что здесь больше компьютерных наук и даже, возможно, экономики и управленческих каких-то дисциплин, потому как прикладные информатики, они в основном все-таки больше занимаются организацией и как раз-таки наряду с экономистами. Даже есть такие специфические направления, прикладная информатика в экономике, которая сочетает в себе и IT, и экономику, ну и также направление бизнес-информатика, это тоже про это же. А в целом, как-то так я приходил к этому решению, и, в принципе, я не пожалел, что я начал этот путь IT-специалиста. Во многом, возможно, стоит даже использовать это как мотивацию идти дальше и никогда не останавливаться на достигнутом. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл. Илья, как вы считаете? Ну, я, наверное, с класса еще 9 захотел стать IT-специалистом, потому что я очень увлекся компьютерами. Начиная с 10-11 класса я начал ходить на курсы у себя в школе по видео, фотомонтажу. Это еще больше меня заинтересовало. Я для себя решил, что окончательно стану IT-специалистом. Ну, так же, как Кирилл, я не любил физику, честно скажу. Она мне, честно, не давалась. То есть я как бы не пытался ее учить, я не смог ее так понять для себя идеально. Поэтому я старался искать то направление, где физики по минимуму, и больше уклон в сферу анализа и экономики. Угу. Понятно, здорово, спасибо огромное. Нам поступил вот такой интересный вопрос, пока мы с вами обсуждали предыдущий вопрос. Вопрос, на мой взгляд, очень необычный.
Ну, просто, окей, сейчас вы услышите, все поймете. Вы не боитесь, что через пару лет, а может через несколько лет рынок IT-специалистов переполнится, и оказывается такая ситуация, как с юристами и экономистами в начале первой декады второго тысячелетия? В общем, не боитесь ли вы, что рынок переполнится, работы вам не хватит? Илья, вы не боитесь? Бояться тут нечего, потому что сейчас все переходит в информационную систему, все переходит в компьютер, и наоборот, мне кажется, становится только больше. Поэтому, мне кажется, бояться нечего. Кирилл, а вы как к этому относитесь? На самом деле данную проблему, возможно, стоит рассматривать, да, действительно детальнее. Однако есть такая уверенность, и она берется не просто так, что на самом деле с ростом количества IT-специалистов не будет повышения кардинального именно процента нетрудозанятых специалистов, потому как расширяется сфера специализации IT, и то, допустим, чем занимались айтишники 10 лет назад, вот именно сферы, сейчас это уже, я думаю, что в два раза больше областей, которые можно применить. Ну, это, конечно, все мои условные представления, но на самом деле, если изучить статистику, то мы можем видеть, что с ростом количества этих специалистов растет и предложение от работодателей именно в этой сфере. Поэтому данный вопрос нужно скорее рассматривать с позиции, что, возможно, когда-то человечество достигнет уровня, когда нужно будет только IT-специалисты, которые поддерживают, возможно, нейросети, искусственный интеллект, который уже сам себя будет программировать, но это, я думаю, что очень далеко нам до этого, до данного состояния, поэтому в течение следующих 20 лет, я думаю, такого вот вообще не случится. Спасибо. Отлично, спасибо большое. Елена, вы как считаете? Ну, я поддерживаю мнение, что если такое будет, то это будет не очень скоро, потому что по своему опыту программных инженеров, которые, вот, я получаю образование программного инженера, нам все говорят, что сейчас огромный дефицит именно таких специалистов, и что в ближайшее время даже и не стоит говорить о том, что их будет перебор, потому что каждый сейчас человек, который получает такую специальность, он на вес золота, и если это хороший, тем более специалист, то его расхватывают сразу, во все компании он пригодится, поэтому такого опасения у меня пока не возникало еще ни разу. Спасибо. Отлично, спасибо огромное, Глеб. А как вы считаете, переполнится рынок, не останутся ли все эти специалисты без работы? Пока у нас сейчас настраивает микрофон. Так, все, отлично, да, спасибо большое. IT-специалисты, они разные бывают. Есть те, которые занимаются просто разработкой там сайтов, условно говоря, есть, которые анализируют данные, и может некоторая тенденция в плане снижения количество вакансий на саму разработку будет снижаться со временем, так как появляются различные сервисы, которые позволяют там в конструкторе собрать свое приложение, сайт или что-то такое. Но в целом это очень долгосрочная история, и нас это конкретно четверых точно не ожидает. Я смотрел исследования у компании 1С по поводу рынка вакансий IT. И графики те показывают, что спрос на вакансии растет в 2,5 раза быстрее или что-то такое, потому что, ну, IT-специалистов, конечно, становится больше, но вакансий становится еще больше, чем новых IT-специалистов, поэтому переживать, конечно, не стоит. Спасибо огромное, Глеб. У меня вот такой будет еще вопрос. Вот когда выбирали университет, да, у нас был тоже вопрос такой, как понять, что образование будет качественным?
удовольствие, будет интересно, это немаловажно, да. Как вот вы определяли, что на вашем направлении будет действительно качественное образование? Потому что та же самая прикладная информатика, она во многих университетах, да, есть такое направление. Как вы поняли, что у вас будет качественно и интересно? Илья, как вот вы принимали решение? Узнать у них, как вообще проходит у них обучение, как преподают, какие есть преподаватели, как они преподают, какие лучше предметы повторить или что лучше заново начать учить. Я поступил так. Спасибо огромное, Кирилл, а вы? На самом деле специфика выбора вуза и направления достаточно серьезная, и я могу сказать, что я, наверное, даже не полностью осветил данный вопрос на этапе посвящения поступления, естественно. И хочется сказать, чтобы каждый абитуриент так или иначе общался с студентами различных вузов, куда они подают, потому как их опыт не может заменить ничто в вашем состоянии. Потому что, да, вы можете открыть учебные планы, и если вы уже какое-то имеете понимание, чем вы должны заниматься, придя на данное направление, вы, возможно, увидите для себя то, что вы хотите увидеть. Но дело в том, что, допустим, математический анализ на направлении прикладная информатика и на направлении прикладная математика и информатика различные вообще дисциплины по факту, потому как прикладная математика и информатика рассматривают на себя намного больше математических вот этих вот фундаментальных законов. И поэтому тут стоит еще обращать внимание на специфику данного направления конкретно в данном вузе. И опять же, вот для себя нужно конкретно решить, что вы хотите получить от своего вуза, от обучения на бакалавриате. Если вы хотите получить фундаментальные знания, то тут скорее нужно поступать на направления, которые более широкие, которая рассматривает в себе как раз фундаментальную науку, нежели информатику. Если же вы хотите стать специалистом, который может пойти работать сразу же, и вас интересует конкретно знание для работы в дальнейшем, это, да, прикладная информатика. Но вам нужно понимать, что ограничением кругозора на самом направлении вы теряете как раз-таки вот ту долю фундаментализма, из-за которого, возможно, потом не сможете стать айтишником в математической среде, в вычислении каких-то сложнейших математических моделей. Здесь тоже нужно это понимать. А в целом нужно, да, как я и сказал, прежде всего консультироваться со студентами вуза, и будет отлично, если у вас будет незнакомый, который прошел данное направление специфичное, да, и сможет рассмотреть учебный план с точки зрения своего кругозора. Это будет просто потрясающе. А так, в целом, обращайтесь за помощью, это самое главное. Спасибо. Кирилл, а вот уточняющий такой вопрос. А как вы пользовались, вот вы искали каких студентов, пробовать? Может быть, расскажете, если искали, то как вы это делали? Да, расскажу, конечно, я искал студентов, но, наверное, нужно было выбор сделать побольше. Я почему-то остановился всего лишь на двух человек. То есть два человека я спросил, как я это сделал. На самом деле очень помогает платформа ВКонтакте. Можно просто выборку сделать по вузу, по курсу, по направлению. Многие указывают, и это хорошо. И отлично будет, если вы тоже найдете таких людей и спросите до поступления. Они сразу могут вам присылать плюсы, минусы программы, а вы уже, исходя из их мнения, в совокупности мнений, я бы даже сказал, сможете оценить реальную обстановку. Спасибо огромное, Кирилл. Елена, вы что скажете? Ну, я, конечно, соглашусь, что уже студенты старших курсов – это лучший источник знаний, и что именно к ним нужно обращаться за помощью. На какие критерии стоит обращать внимание? Мне кажется, IT-специалисту наиболее важно – это именно наличие практики, потому что теория, она всегда была, есть и будет, но
именно качество того, что вы делаете в IT-специальности, зависит от того, насколько часто вы практикуетесь, насколько часто вы узнаете что-то новое именно сами. И у нас в университете, почему меня привлекло, есть отдельная специальность, проектная деятельность, которая именно направлена на практику, и она очень помогает. И также можно в других вузах, это тоже есть такая дисциплина, какие проекты уже реализованы там, и именно это будет показывать вам, чем вы будете заниматься, чем вы можете заниматься в данном университете. Вот, все, спасибо. Просто да, практика. Ирина, спасибо огромное. Да, это действительно важно, особенно, наверное, в IT-направлении. Глеб, а у вас, вы что бы сказали на эту тему? Опять же, я соглашусь со всеми предыдущими спикерами. Я точно так же изучал всеми возможными способами, изучал сайт, что сам вуз о себе говорит, искал людей, к которым обратиться, спросить, как у них учеба проходит. И на самом деле это очень хороший, да, источник информации, студенты, но к ним стоит прислушиваться, но всегда делить на два, потому что иногда бывают студенты обиженные, которые будут говорить там, как все плохо и все такое. К этому нужно прислушиваться, но осторожно и понимать, что все нормально. В принципе, вот и все. Ага, спасибо огромное. Такой еще вопрос. Возможно, кто-то из вас уже работает по специальности, либо участвует в каких-то хакатонах, проектах, или, может быть, в каких-то стажировках. Расскажите о вашем опыте, если кто-то участвует. Может быть, был ли такой опыт у кого-то? Илья, был у вас такой опыт уже? Нет, к сожалению, такого опыта еще не было. Пока нет. А Кирилл, Елена, нет. Глеб? Нет? Да, у меня был. Ага, так, у Елены и Глеб у вас, да, тоже был, получается, уже опыт такой? Ага, давайте с Елены начнем. Елена, расскажите нам, какой у вас был опыт? Ну, так как вот в рамках дисциплины проектной деятельности у нас собрана команда ребят, с которыми мы работаем над различными именно инженерными программно-инженерными проектами, скажем так. У нас самый такой значимый — это создание своего облачного хранилища на базе платформы Autodesk Forge. И куча других еще есть. И мы постоянно участвуем в подаче каких-то грантов. Вот последнее было конфигуратор протезов кисти. Мы вот подали «Умник» конкурс грантов. И, то есть, мы постоянно какие-то проекты с ними разрабатываем и участвуем в хакатонах, так что это, вот это именно очень помогает в практике, в каком-то командном взаимодействии, в командном программировании тоже, так что это очень полезная вещь. Круто, спасибо огромное, Глеб. А у вас какой был опыт? Ну, также у меня тоже есть дисциплина проектной деятельности, на которой я выполняю различные проекты, сайты какие-то, либо инженерные статы у нас тоже были, но когда мы собираем каких-то роботов и что-то механизированное. Вы спрашивали про работу, я пытался как-то устроиться на работу, и у меня это успешно получилось, в принципе. Я устроился на PHP-программиста, вот. Я не знаю, как меня взяли на работу, я прошел и проходил грейд, так называемый, трехнедельное обучение, но я посчитал, что это не мое, не конкретно не та стезя, в которой я хочу работать, не тот язык PHP, не стал я этим заниматься и ушел. Недолгая история была, но такой опыт был. Я был внутри крупной компании, я смотрел, как это изнутри работают, все эти различные системы по ведению task tracking, вот это вот у них внутренняя система, это было очень интересно понять, как крупная компания работает изнутри. Вот такой у меня опыт был.
Здорово, спасибо огромное. Ну да, то есть на самом деле это, мне кажется, круто, когда, находясь еще в университете, можно, если есть проектная деятельность, то это, по-моему, вообще очень круто, если катоны и так далее. А если и, ну, как бы можно понять, хотя бы определить, куда, какое направление. Потому что IT, на самом деле, это ведь очень большая область, такая отрасль. Там не то, что ты там на одном языке, там сколько языков программирования и так далее. У меня просто муж программист, поэтому я примерно представляю, о чем речь. Вот. На самом деле, очень круто. У меня такой вот следующий еще вопрос. Скажите, вот влияло ли выбор именно этого университета на комьюнити, может быть, какие-то профсоюзные организации, какая-то движуха там и вот это вот все? И вообще, как вам сейчас, как вы оцениваете, насколько это... Ну, не знаю, это присутствует в вашем университете и, наверное, в вашей жизни. Насколько для вас это ценно, Илья? Расскажите, вы участвуете во всяких там студвесна, там все дела? Ну, так мы пока только на первом курсе, но мы уже успели поучаствовать на очень многих мероприятиях, которые нам организовал как раз так называемый студенческий совет нашего университета. И да, это была одна из причин, почему я поступил в мед, потому что я в 10-11 классе был одним из активистов у нас в школе. Мы также организовали очень множество разных мероприятий, делали сценки и там проекты защищали. И поэтому я хотел продолжить эту сферу у себя в университете. Поэтому я старался также найти университет, где будет актив. И также вот сейчас мы буквально недавно закончили школу актива. Это специальная школа, которая нужна для поступления в студенческий совет. Вот. И мы ее успешно прошли, и в дальнейшем мы также будем принимать участие в организации разных мероприятий и защиты проекта. Круто, спасибо огромное, Кирилл. А у вас как обстоят дела со студсоветами, движухой? Тоже добавить, так как я обучаюсь в том же университете и на том же направлении, что и Илья, я хочу отметить студенческую жизнь студента МЕД. На самом деле она очень богата, и во многом это как раз-таки заслуга студсовета. То есть скучать вы здесь точно не будете. Я также прошел школу актива, и более того скажу, у нас также есть и школа кураторов, и школа тренеров. То есть когда люди уже становятся кураторами для, как мы называем, станов, то есть первокурсников, которые вот только поступают в университет и пытаются адаптироваться в них. У нас как раз таки кураторы – это студенты второго курса в основном, но так или иначе можно стать и на последующих курсах. Что касается вообще активизма во время обучения, я думаю, что это отличная вещь, которая будет сопровождать ваше обучение, и всегда обращайте внимание на данную составляющую вуза, потому как всегда будет желание как-то отвлечься от учебы. И если вуз не организует ничего, никакой движухи, как мы говорим, нет, то, естественно, это сильно влияет на то, что вы будете уставать от учебы. Поэтому внимание, нужно обращать на это внимание. Спасибо большое. Да, Кирилл, спасибо огромное. Да, действительно, на самом деле студенческая жизнь, она ведь не состоит только из учебы, в ней есть еще куча всего интересного, и, на мой взгляд, действительно нужно обязательно принимать участие, иначе ну, как бы это какая-то не целая картина будет складываться. Елена, у вас как с профсоюзами, с студсоветами? Ну, у нас в Московском политехе вот эта активная жизнь – это вообще отдельная история, потому что у нас существует просто гигантское количество всевозможных танцевальных кружков, вокальных студий. Лично я являюсь участником коллектива «Творческая мастерская». Это бывший театр, но сейчас это коллектив, который занимается всем. Просто танцы, песни, оригинальный жанр – вернуться, если к студвесне, то в 2017 году мы были лауреатами второй степени на российской студвесне в оригинальном жанре. До сих пор победители всевозможных конкурсов, лучший творческий клуб Москвы в конкурсе «Студент года», поэтому
именно этот коллектив, он очень развит. И Глебу сейчас будет нечего сказать опять, потому что он тоже в этом коллективе состоит. Вот. Также именно если брать кураторское движение или что-то такое, у нас и кураторское, и волонтерское движение, и тренинговый центр, педотряд, то есть все возможное, что было, мы собрали. Спортивные секции тоже все возможные просто. Именно если думать, заниматься этим или нет, то поддержу ребят, скажу, что, конечно, это хорошая очень вещь, чтобы отвлечься от учебы на немного хотя бы, да, не стоит забывать ее, конечно, не стоит именно в активную деятельность уклон делать, но иногда, когда ты после пар, у тебя мозг просто не работает, и ты идешь на репетицию хоть немножко подвигаться после того, как ты 7-8 часов сидел за партами, записывал лекции, то это, конечно, очень здорово и очень приятно, что есть такие возможности. Вот, здорово, спасибо. Елена, спасибо огромное, классно. Глеб, у вас есть что добавить? Елена сказала, что у вас не будет, но, может быть, вы еще в чем-нибудь участвуете, что она не знает? На самом деле, да, Лена очень много сказала в неучебной деятельности в Московском политехе. Вы спрашивали о том, влияет ли это на выбор вуза или что-то в этом духе. На самом деле... Ну, вообще, да, да, повлияло ли, да. Это, может быть, кому-то это действительно ведь очень важно. Да, я когда выбирал вуз, я на это вообще не смотрел. В школе я был достаточно неактивным человеком, всегда позиция «моя хата с краю». И для меня было приоритетно только вот программа обучения и все. И так я год проучился весь первый курс в таком вакууме, так сказать. Но со второго курса я понял, что мне этого не хватает почему-то. У меня есть какая-то жажда в неучебке. И я начал изучать, собственно, что есть в политехе. И я был в шоке от того, насколько много всего. Проще придумать, проще назвать того, чего нет в политехе, нежели назвать то, что есть. И да, я вот со второго курса стал участником коллектива «Творческая мастерская Московского политеха». Там мы всем занимаемся, и постановки театральные, и музыка, танцы. Это очень здорово. И это очень помогает влиться в универ, потому что иногда просто учась, ты не ощущаешь себя такой частью всего вот этого вот пространства, а когда ты принимаешь участие в мероприятиях университета, во всяких акциях и прочем, ты чувствуешь, что ты сближаешься и роднишься с своим университетом. Вот. Круто, спасибо огромное. То есть, на самом деле, то есть, получается, не выбирали изначально, но потом, как оказалось, это такая большая часть жизни в университете, что вы уже все там, все очень-очень-очень-очень плотно туда засели, да, получается? Да, да. Отлично. Хорошо, спасибо большое. Смотрите, у меня еще такой вопрос, ну, в плане, наверное, такой практической части, как все-таки нас смотрят там абитуриенты, родители, да, и чтобы понимать, обращали ли вы внимание, например, на компании, с которыми сотрудничает университет, да, все-таки IT-направление, что очень важно, насколько мне рассказывали мои знакомые, которые сейчас учатся, да, еще, они, или которые закончили, они говорят, что иногда программа, образовательная программа в университете не успевает за тем быстро меняющимся миром в IT-технологиях, и, соответственно, здесь очень часто помогают сотрудничество с какими-то крупными IT-компаниями, да, либо компаниями, в которых есть IT-направление. Вот, смотрели ли вы заранее, или вы с какими-то компаниями сотрудничаете? Нет? Мы по очереди отвечаем. Илья, да-да-да, Илья, ага. Ну, я, честно, прям не увлекался этим вопросом. Я когда был, опять же, на дне открытых дверей, на своем
рассказывали, что университет поддерживает сотрудничество с некоторыми IT-компаниями, и также есть возможность, если себя очень хорошо в дальнейшем проявить, отлично защитить диплом, то возможно трудоустройство в эту компанию, если они вас возьмут к себе. Вот. Ну а так, в принципе, я прям сильно не заморачиваюсь с этим вопросом. Спасибо. Спасибо большое. Да, Кирилл, а вы смотрели, есть ли какие-то компании? Да, спасибо. Я, как раз таки, да, интересовался этим моментом, и в целом единственный, наверное, источник данной информации – это официальный сайт, ну, и опять же, нет открытых дверей, на которых у меня не было, кстати, ни разу. Забавно, что я побывал на первом дне открытых дверей, уже будучи студентом первого курса, и то не на своем дне открытых дверей, уже просто был как посетитель, который являлся сопроводителем другого посетителя. Но вообще, в целом, да, дни открытых дверей – хорошая вещь. Я пожалел очень сильно, что я не попал ни на один, в силу того, что жил в другом городе, в провинциальном. И да, я согласен с тем, что нужно обращать внимание на компании, которые сотрудничают с университетом. Но более того, я хочу обратить внимание на то, что есть такая программа, которая называется 5-100, и на нее тоже стоит смотреть. Это которая, программа, которая будет помогать вашему вузу как раз-таки быстрее, так сказать, быстрее наращивать темпы обновления программы, потому что цель этой программы как раз-таки является обновление, чтобы потом выйти в рейтинги международные. И, конечно, в вузах участников такой программы больше возможностей. Также хочу обратить внимание на вообще рейтинги в России, и в том числе рейтинг, который составляется именно, допустим, SuperJob, которая прям имеет выборку по вузам и средней зарплате специалистов, которые выпустились из него. И также международный рейтинг QS. Это будет отлично, если вы все эти темы, компании, которые сотрудничают, рейтинги внутри страны, рейтинги по зарплате, рейтинги по образовательной программе вы просмотрите. Будет замечательно. То есть тут нужно вот взвесить все. И вот совокупность всех вышеназванных данных позволит нам оценить ситуацию в университете. Кирилл, поняла. Смотрите, давайте попробуем составить такой как бы чек-лист того, что нужно сделать. Вот вы сказали, нужно там рейтинги смотреть и так далее. Вот, например, сейчас нас смотрит абитуриент, например, вот они сейчас там... Ну, понятно, что, наверное, уже нужно примерно выбирать, да, когда ты уже вот-вот-вот ЕГЭ. Ну, допустим, там, не знаю, десятиклассники, да, допустим, нас смотрят. Что ему нужно сейчас делать? Что, куда ему пойти? Что ему вбить в поисковую строку, чтобы найти вот эти рейтинги? Или как это сделать? Может быть, так кратенько прям, знаете, такой прям задачи для него. Так, вопрос я понял. Ну, первое, что стоит сделать, это обратиться к нашей государственной программе, официальный сайт 5top100.ru, если я не ошибаюсь, или же программа, просто пишите программа 5100. Там как раз-таки перечень вузов, которым помогает Министерство уже образования совершенствоваться. Что касается рейтингов по средней зарплате, такие рейтинги публикуются на SuperJob, точно знаю, я такой смотрел перед поступлением. И международные рейтинги стоит обращать прежде всего на QS, он так и называется, то есть две буквы QS, можно написать еще рейтинг, и так точно получите нужный результат. А что касается партнеров, то это обычно выясняется на сайтах университетов официальных и в основном в разделе для абитуриентов. Отлично, то есть берем, значит, сайты, смотрим в разделе абитуриентов, какие есть сотрудничества, смотрим на SuperJob рейтинги, и, значит, еще одна задача, это нужно, соответственно, посмотреть рейтинг 5, как вы сказали, Кирилл? 5. Это не рейтинг, это программа 5100. А, 5100, программа 5100. Все, отлично, все. Не забудьте, все посмотрите, чтобы примерно понимать и, как Кирилл правильно сказал, комплексно оценить ситуацию, чтобы выбрать. Елен, а вы как считаете, вот на этот вопрос есть какой-то ответ?
Я никогда сама перед поступлением не смотрела партнеров, и, конечно, наверное, очень хорошо вот это все изучить, но никогда не стоит забывать про то, что вы никогда не будете уверены, какие партнеры сохранятся, какие добавятся, поэтому, наверное, важно еще помнить о том, что главное вам получить хорошее образование, а там, если вы будете хорошим специалистом, то вас заберут сразу из вуза и будут просить вас, чтобы вы к ним присоединились. Главное – проявлять себя во время обучения и показывать свое желание работать, потому что компании, они любят целеустремленных людей, которые знают, чего хотят, и поэтому рейтинги посмотреть нужно, но и не стоит на них сильно зацикливаться. Я думаю. Спасибо большое, Елена. Глеб, а как вы считаете? Я смотрел на компании, которые, с которыми сотрудничает мой вуз. Там был достаточно большой перечень, но я в процессе обучения не знаю, насколько это является сотрудничеством, вот, сколько компаний там сотрудничают в действительности. Я этого не ощущаю в том плане, что, может, это сотрудничество не конкретно не меня касается, но то, что я действительно ощущаю, это конкретно сотрудничество моего вуза с ЦИСКО. У нас программы есть на базе курсов ЦИСКО по компьютерным сетям, по основам информационно-коммуникационных технологий, вот, и некоторые другие. И также я ощущаю действительно, как студент, сотрудничество с Mail.ru. Я сейчас не помню, они сотрудничают или нет, но я ощущаю, что у нас есть преподаватели, которые работали в Mail.ru Group, и много всяких мероприятий проводится совместно с Mail.ru, и я как студент вот это конкретно могу ощущать и понимать, что вот действительно я вижу сотрудничество. Совместную работу. Ага, поняла. Спасибо огромное, Глеб. И давайте такое последнее важный момент. Это вот я хотела бы получить от вас, знаете, прям такой мини-совет, самое главное, чтобы вы пожелали абитуриентам, которые нас сейчас слушают, самое главное. То есть, Илья, можете прям вот несколько секунд самую главную фразу одну? Самое главное – это выбрать тот университет, в который вы захотите ездить с удовольствием и получать от этого, ну, опять же, удовольствие и радость. Спасибо огромное, Кирилл, что вы дадите какой совет. Самое главное – понять, чего вы хотите от университета и найти тот университет, который вам может это дать. Спасибо, Елена. Не бойтесь, все будет хорошо. Не переживайте, это главное. Спасибо большое, Глеб. Какой вы дадите самый главный совет? Совет будущим айтишникам – дисциплина в обучении. Соблюдайте дисциплину и не пренебрегайте теорией. Вот так. Спасибо огромное. Спасибо огромное всем за эту беседу. Очень здорово, что мы с вами пообщались про такую важную отрасль, как IT. Всем прекрасного салона образования дальше и замечательного дня. Спасибо большое.